А вы знали, что если бы из кармана с весельями достать яблочко, сесть в машину, поехать на переулок Майский, где перевернулся грузовик с песком, набрать песка полный карман, вернуться домой, высыпать его в тарелку, найти исписанный листочек, свернуть его в кулечек, иголочкой проткнуть ему кончик, затем вставить в песочек, на ложке разогреть свинец, чтобы вылить его в кулечек в самый конец. Как застынет, иголку вытаскиваем, в изделие леску протаскиваем, на леску крючки с бисером надеваем, уловистую снасть на окуня получаем.